Где Леон и Сэдлер? Леон идет к святилищу. Пойду туда. Не зря, леди. Прошу вас, что могу предложить? Готов купить почти все. Славная сделка. Итак, чем я могу вам помочь? Хорошее оружие вполне компенсирует недостаток навыков. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие – грань между жизнью и смертью. Поверьте, я продаю много отличных... Вы уж так... Амбаст, прошу вас. Леди, о, я щедро заплачу вам за это. Что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? В этом вся прелесть. Это весьма тонкая работа, леди. Я буду вас ждать. Thank you.
На. Еще чуть-чуть.
а весь как на иголках. Вы серьезно настроены, леди? Заходите, леди. Итак, чем я могу вам помочь? Нам все равно, куплю по высоте. Держите, как вы хотели. Хорошее оружие вполне компенсирует недостаток навыков. Чем еще могу услужить? Что-что? Как нам удалось добыть все эти диковинки? Этого лучше не знать. Итак. Спасибо, прошу вас. Мудрый выбор. Избитые слова, но... Вы... Уж там прошу вас. Леди, это весьма тонкая работа, леди. Малым можно достичь многого, увидите. Что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? В этом вся прелесть. Начинаем разбираться в ваших вкусах. Чем? Что ж, вперед! Пора сеять хаос.
только лучшие товары. Прошу вас, поверьте, я продаю много отличных товаров, леди. Готов купить почти все. Нам все равно славная сделка. Хорошее оружие вполне... Это весьма тонкая работа, леди. Малым можно достичь многого. Увидите. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие... Держите, как вы хотели. Что? Спасибо. Обязательно приходите за покупками еще. Заходите, леди. Поверьте, я продаю много отличных товаров, леди. Вам важнее деньги или жизнь? Выбор прост, мисс. Что-что? Как хотите, леди. Нашу паству! О, да светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Леон! Давай!
наставить на путь праведный! База, прием. Груз у меня. Чувствую, придется объясняться на таможне. Молодец, Сада. Уходи немедленно. Поняла. Тебя кто-нибудь заберет. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке. Ада!
интересно. Вот это я и искала. Времени мало. Дежавю.
Ганнибал. Пора заканчивать. Держи слово. Сейчас. Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор.
Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной. Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я... хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. Что мне с тобой делать? Но вертолет еще близко, сэр. Прикажете открыть огонь? Нет. Ее шалость ничего не меняет. У нас есть все, что надо. Работаем. Все по плану. Эпохи людей придет конец.